Ну что, вот снова 6 утра. Вон там с красной крышей мой домик вдалеке. Так, а я иду на свою ежедневную тренировку. Через какое место, смотрите, хочу показать. Если у вас есть около дома парк или лес, то не заниматься с утра, ну или вообще просто днем там, да, но именно в парке, в лесу, это просто кощунство. Конечно, многие считают, что лучше заниматься в спортивном зале, и что это круто, там в спортивном зале, там тренажеры, там все такое, дорожки беговые, все. Но на самом деле все это не так. Лучше, чем на природе заниматься, ничего придумать вообще нельзя. Это самое лучшее, что может быть. Мы никогда не ценим то, что есть. И вот здесь вот за парком находится сам стадион, где я с утра занимаюсь. Со всего города, с Иваново, это несколько километров от этого места, значит, люди приезжают, чтобы потренироваться с утра. Ну и попозже приезжают, конечно. Там к 8, к 9. Я уже к этому времени заканчиваю. Вот. Чтобы по парку побегать, поэтому. Со зимой на лыжах покататься. Здесь очень классные трассы. Знаете, мы не ценим то, что есть рядом. А те, кто живут здесь, они этого не ценят. И они, наоборот, пытаются попасть в какие-то спортивные залы. Это все неправильно. Цените то, что есть. Знаете, какая природа. Если есть возможность, обязательно надо каждый день ходить заниматься на природу. Если машины есть, значит, ездить надо. Это, наверное, немного времени займет. У кого, конечно, возможность это есть. Если нету, значит нет. Ничего не поделаешь. Придется довольствоваться тем, что в городе есть. Но и я в городе, когда жил несколько лет назад, я все равно бегать старался на улице. Просто пораньше. И все. Когда мало машин, когда мало пешеходов, выходишь пораньше. И тоже замечательно. Плеер в уши. И побежал. И супер. Вот. А это парк. Здесь мы что только не делаем. Я кроссы здесь бегаю и тренируюсь. И макевары привязываю к деревьям, чтобы поработать. Йогой занимаюсь. Вот. Со страйкбол играем мы с семьей. У нас оборудование на всю семью есть. И у друзей моих из клуба тоже. Ну, то есть вот просто супер. Так что вставайте пораньше, как я уже говорил. Или не пораньше, если не можете. Ну идите заниматься на природу. Обязательно. Птички поют. Вот сегодня, конечно, пасмурно очень. Боюсь, как бы дождь не пошел. Но мне это никогда помехой не было. Вот. А вот стадион. Вот, конечно, видно, деревья эти поваляло. Был очень сильный шторм. Может быть, ураган такой. Вот. Ну их уберут. А так, смотрите. В общем-то, прямо в лесу. Шикарное место. А вон там уже дом стоит. Так что, друзья, давайте, я призываю всех. Салют!